Приветствую вас, дорогие друзья! Не забывайте подписаться на канал и нажать колокольчик, а мы начинаем. Алла Пугачева выступила на презентации документального фильма. Примадонна отечественной сцены раскрыла тайну. Она заработала серьезные проблемы со здоровьем. В честь юбилея Аллы Пугачевой известный обувной бренд снял документальный фильм, посвященный сотрудничеству с Примадонной. Свою первую коллекцию артистка презентовала в 1996 году. За эти годы, по словам певицы, коллеги стали и родными людьми. На презентации Примадонна выступила с неожиданным откровением. «Я вся состою из одних достоинств, казалось бы, чего? Признаться по секрету, ноги у меня больные. Всю жизнь я мучаюсь, но знаю, что одно из слагаемых моего успеха – это обувь», – объявила Алла Пугачева. В это с трудом верится. При любом удобном случае Примадонна демонстрирует стройные ножки после того, как сильно похудела. А артистка рассказала, что очень серьезно подходила к работе. Она тщательно собирала референсы того, что ей хотелось бы видеть. Алла Пугачева очень жалела, что не сохранились туфли ее мамы. Кстати, именно из-за них Примадонна и получила проблемы со здоровьем. Я ими себе ноги испортила. У меня размер 36, а у нее 34,5. Но они были настолько красивые, что я их умудрялась надевать, цитирует Аллу Пугачеву в Woman.ru. Несмотря на проблемы, артистка предпочитает выходить в свет исключительно в модной, не всегда удобной с виду, обуви, лишь изредка дело исключения. Летом Примадонна появилась в заключительный день музыкального фестиваля Лайма. Рандеву. Юрмала в зале Дзинтари в клетчатой рубашке, шортах и белоснежных кедах, чем произвела фурор. На все восхищенные возгласы о том, как великолепно она выглядит, Алла Пугачева отвечала: «А что мне еще остается? Держусь». Подпишитесь, пожалуйста, на наш канал, ведь мы стараемся делать видео только для вас. Спасибо за просмотр.